Сорока-пятилетняя Яна Рудковская была неприятно поражена циничностью 48-летнего Андрея Малахова и его 39-летней супруги Натальи Шкулевой. Поводом для возмущения звездного продюсера стала публикация материала о ее сыне, 7-летнем Александре. Малыш с самого детства окружен вниманием публики. Гном Гномыч активно занимается фигурным катанием, за его плечами многомиллионные контракты с брендами. Некоторые недоброжелатели высказывают мнение, что мальчика лишают детства, а сам он мечтает только играть в игрушки с другими детьми, а не становиться в столь раннем возрасте звездой. На днях издание Натальи Шкулевой опубликовало резонансную статью о сыне Плющенко и Рудковской. Знакомая врач-дефектолог сказала, что у гном-гномыча синдром Аспергера. Такой же диагноз у Греты Тунберг, сообщил StarHit. Анонимный эксперт заявил, что Яна якобы подавляет ребенка, а Евгений, наоборот, его жалеет. Рудковскую возмутили эти домыслы в адрес ее семьи. Наташа ради хайпа ты продашь и своего ребенка. Эмоционально обратилась Яна к жене Андрея Малахова. Продюсер недоумевает, для чего Шкулева организовала эту лживую публикацию. Я и моя семья столкнулись с поразительной человеческой нечистоплотностью, гнусностью от людей, которых я считала своими друзьями, которые убеждали меня в том, что и они мои друзья, приходили в гости на мероприятия, мы не раз встречались у общих друзей и ворковали. Вы так мило нам улыбались и восхищались Сашей, написала Рудковская в своем телеграм-канале «Голубь мира». Она подчеркнула, что пару ждет разбирательство в судебном порядке, а в качестве своего адвоката Рудковская уже выбрала звездного юриста Александра Добровинского. «Я до последнего верила в остатки порядочности и человеческой гигиены, которые, как я надеялась, у вас еще остались. Я сегодня написала тебе личное сообщение, Наташа, объяснила всю глупость того, что вы опубликовали, но не хотела поднимать шум и публично ссориться», — поделилась Яна. Однако и спустя 5 часов она так и получила ответа. Звездный продюсер напомнила, что у Андрея и его супруги тоже подрастает сын. «Вы тронули нашего сына, беззащитного ребенка. Я вам этого никогда не прощу. За каждое здесь слово вы ответите», — обратилась Рудковская к Малахову и Шкулевой. Недавно Яна Рудковская восхитила фанатов коллекции дизайнерских сумок. Звезда едко ответила на сарказм Андрея Аршавина. Супруга олимпийского чемпиона показала себя без макияжа.